у Шерлока коллапс гортани, ну или паралич гортани. Вот. Прогноз неблагоприятный, написали ему метипред, вот, таблеточки на 3 недельки. Вот, ну, посмотрим, как на них будет, и будет ли улучшение или нет. Сережа, извини, пожалуйста, если можно, объясни мне, ну, чуточку подробнее. Это паралич гортани, это такое заболевание, при котором нарушается сокращение хрящей гортани. Они не, ну, смыкаются не так, как им положено. Вот, и они постоянно находятся в разомкнутом состоянии. В этих случаях, ну, назначается стероидная терапия, но сразу говорю, что от нее, скорее всего, будет какое-то небольшое улучшение, но если даже оно будет на незначительный срок. Можно делать латерализацию хрящей гортани, это такая операция, когда один из хрящей гортани, его как бы хирургически просто оттягиваем в сторону, чтобы была открыта голосовая щель, чтобы дыхание было нормальным. Но сразу говорю, что после этой операции самое главное осложнение, оно всегда бывает, это постоянные аспирационные пневмонии. То есть еда будет попадать в трахею, в бронхи, и из-за этого будет постоянное воспаление легких происходить. Поэтому, ну, как бы нужно подумать, стоит ли это делать или не стоит. Сами решайте, сами думайте. Потому что, ну, то есть нужно понимать, что постоянно нужно будет лечить от пневмонии собаку. А в условиях приюта, как бы особо, не знаю, насколько это будет возможным, так сказать.